видел сейчас глаза. Действительно, кто-то хочет завладеть ребенком. Черт, а если захоронение? Раньше в этом доме обитал злой дух. Он был очень агрессивным. Хозяева узнали об этом духе только после переезда в этот дом. После от этого духа удалось избавиться. И некоторое время все было тихо и спокойно. Они начали делать ремонт в доме, и все было хорошо. Но сейчас хозяйка думает, что зло вернулось вновь. Ее сын в последнее время начал себя вести очень странно. Он рисует странные, страшные картины. Часто бормочет во сне и несколько раз ходил по ночам. Она переживает и думает, что телом сына хочет кто-то завладеть. Сын же ее говорит, что он просто хочет открыть новый стиль в рисовании. И с ним все хорошо. Возможно, так и есть. Возможно, просто на него повлияла история, связанная с этим домом. Как бы там ни было, я приехал сюда, чтобы разобраться с этим. Стоит ли им остерегаться этого зла, которое хочет завладеть телом сына? Или же с домом все хорошо? И их сын всего лишь оказался под большим впечатлением от того, что здесь творилось ранее. Вы слышали? Возможно, это от ветра. Друзья, как только вошел в дом, сразу был какой-то скрип на лестнице. Возможно, из-за того, что некоторое время была открыта дверь входная. Так, где тут свет? А вот он. Так, где тут свет? А вот он. Итак, друзья, в доме произошли большие изменения. Давайте для начала изучим дом. Мне нужно знать, где можно установить камеры. Здесь появилась лестница. Второй этаж доделывается. Насколько мне известно, сейчас там нет электричества, но там была спальня.
Так, где тут свет? Где тут свет? Где тут свет? Друзья, не знаю, сейчас либо показалось. Сейчас вон, видите, вон в том, получается, углу в комнату падает свет. И там словно помимо меня кто-то еще прошел. Хотя там тень двоится. А, это мне, наверное, показалось. Просто. Возможно, мне просто показалось. Двоится тень, смотрите. Здесь еще лучше видно. То есть. А, возможно, мне показалось. В общем, тут была раньше спальня. Сейчас вот свет. Видимо, сейчас что-то другое. Хочу попасть как можно быстрее сейчас в комнату ребенка. Понимаю, там взрослая спальня. Какое-то электричество есть. Картины. Действительно странные. Не все, конечно. Не понимаю, что здесь такое нарисовано. Это было словно. Смотрите. Словно человек, фигура, голова. И что-то из него прорастает, будто бы какие-то корни. И вокруг разные буквы.
А это... Какое-то паукообразное существо. 6 глаз. Шесть рук. И главное... Знак похожий. Это такой же знак, как там. Получается. И смотри. Здесь какая-то дверь. И пентаграмма словно какой-то призыв, чтобы дверь открылась. Не знаю. Некоторые картины, конечно, выглядят очень ужасно и, я бы сказал, жутко. Как, например, вот этот, я не знаю, как его назвать, паукообразное существо, демон. Выглядит, конечно, неприятно. Так, а это сейчас. Что это? Это похоже на... На существо с той картины, только рога более больше, олени такие большие рога, и они спускаются к человеку. Это похоже на ту картину. Здесь тоже из человека словно что-то прорастает. Возможно, это черновик.
Здесь. Есть кто-нибудь? Здесь. Как бы только не ударило. Это... На всякий случай выключу. Получается, что не было сейчас никакой мистики, просто замыкание, видимо, какая-то поломка. Но после того, как я посмотрел эти рисунки и начал моргать свет, это было, конечно, очень жутко. Странно, конечно. Мне казалось... Нет. Друзья, смотрите. Если бы она скатилась... Она упала именно, получается, вот так. В общем, пока я точно не могу сказать, действительно кто-то хочет завладеть ребенком или нет, или просто у него такая фантазия на фоне того, что происходило в этом доме раньше. Не знаю. Так, на первом этаже нет никаких сигналов. Проверю второй. Датчик звуки не издает. Здесь все спокойно.
Ни от картин, ни от тетрадки. Тоже нет никаких показаний. И в целом в доме датчик не показывает, что есть какая-то мистика. По-моему, на кухне я оставлял свет. Включенным. Не помню. Ладно, я сейчас установлю камеру по всему дому и продолжу съемку. Итак, друзья, установил сейчас все камеры. Сейчас спущусь вниз и включу прибор. Этот прибор увеличивает силу паранормальной активности. Я сейчас его включу, и если в доме есть паранормальная активность, она должна себя проявить. Если же здесь нет паранормальной активности, то этот прибор полностью безопасен, то есть он не вызывает никого. Он просто питает имеющиеся сущности, если таковые есть. Видите, он дает небольшие показания. Прибор немного пищит на эти показания. Как видите, прибор не работает уже примерно в метре от него. Похоже, там что-то началось. Черт возьми, это кровь. Черт.
Почему прибор не работает? Включить прибор. Кажется. Кажется, что без прибора здесь ничего не работает. Ну, то есть не происходит паранормальной активности. После того, как я выключил прибор, все прекратилось. Тихо. Прекратилось. Видел сейчас глаза. Черт, фонарь. Видел сейчас глаза. Шесть глаз. В темноте на лестнице.
Кто ты? Назовись. Отсюда больше пищит. Здесь какой-то люк, друзья. Тихо. Оттуда? Там есть кто-нибудь? Люка стук. Был один удар. Ой, мать. Друзья, сейчас я отключался, потому что звонил хозяевам дома, спрашивал про этот подвал. Они сказали, что там стоит сверху посудомоечная машина, они его никогда не открывали. В подвал все время ходят с улицы, и они не видели в подвале никогда ни лестницы, ни какого-то люка. Возможно, он даже не открывается, этот люк, или заколочен. В общем, мне сказали, что я могу попробовать отодвинуть стиральную машину, и если у меня получится, открыть этот люк. Открывается. Черт, а если там... Надеюсь, это никакое не захоронение. Оттуда был стук. Может, здесь произошло какое-то преступление? Охренеть. Что это такое?
Мне нужны ботинки. Новое видео, продолжение этого видео уже доступно на Boosty. Вы его можете посмотреть. Кто еще не подписан на мой Boosty, подписывайтесь. Там всегда видео выходит раньше. Всем пока.